Сегодня вступило в силу Парижское климатическое соглашение. Его цель – сдерживать повышение температуры воздуха на планете до конца столетия в пределах 2 градусов по Цельсию. Документ утвердили 72 страны, в том числе США и Китай, на долю которых приходится более трети мировых выбросов парниковых газов. Беларусь одной из первых вручила Генсеку ООН документы о присоединении к Парижскому соглашению. Наша страна обязуется до 2030-го снизить объем выбросов парниковых газов на 28% по сравнению с 1990 годом. Также Беларусь намерена увеличивать площадь лесов и восстанавливать болота. Все это будет способствовать развитию так называемой «зеленой экономики». В Беларуси появится новый центр управления воздушным движением предприятия «Белаэронавигация». Он будет возведен под Минском в микрорайоне «Сокол» с учетом опыта аналогичных проектов Европы. Сегодня на месте строительства заложили памятную капсулу. Введение центра в эксплуатацию позволит увеличить пропускную способность воздушного пространства за 10 лет примерно на 15%, а главное – вырастет безопасность авиаполетов. Планируется, что уже к концу 2018 года объект будет сдан. Музею обороны Брестской крепости исполняется 60. За это время экспозицию посетили более 20 миллионов человек из 140 стран. Специально к юбилею была обновлена экспозиция. Впервые представили раритеты, связанные с историей цитадели. В рамках памятных мероприятий пройдет презентация новой документальной киноленты «Цитадель памяти».